Хорошо. Контратака. Опять баски требуют штрафной. Домингес. И пенальти. Или все-таки штрафной? Штрафной. Успели сбить до линии. Уж один в один Домингес даже такой должен обыгрывать соперника. Он это и сделал. Желтая карточка неминуема. Как... А, пенальти все-таки. Подумал судья, проконсультировался. Ему помощник сказал, что дело происходило уже в штрафной. Вот он, помощник. Так что арбитр свое первоначальное решение изменил. Мне, честно, тоже показалось по первому просмотру, что был пенальти. Давайте смотреть. Нет, пожалуй, все-таки до штрафной. Пожалуй, что первое судейское. Да, вот здесь очень хорошо видно. Сейчас видно очень хорошо, что Гурпеги, который, кстати, похоже, не сменил Санхаса в качестве опорника, а действительно встал в оборону, нарушил правило до штрафной. И, повторюсь, главный судья не должен был, наверное, здесь поддаваться на... Не должен был слушать своего помощника. Но он, видимо, недостаточно хорошо видел эпизод. Так, пенальти. Пенальти бить будет Пити, я так понимаю. Нет, не он. Нет, он, конечно. И имеет шанс сделать счет 2-0. Удар. Гол. Гол забивает Райо. И 39-й мяч влетает в ворота Атлетико в этом сезоне. Ну, обидно, что так, потому что пенальти все-таки неправильный. Штрафной там был закономерный, а вот пенальти арбитр назначил зря. И в тот момент, когда вроде бы Атлетик давил и готов был отыграться. Теперь будет уже сложнее. Теперь два мяча надо забивать в ворота Райо. А Райо обороняется хорошо. Четкий удар. Не оставил здесь он шансов вратарю. Пятый гол Пити в этом сезоне. Он второй бомбардир команды после Баптистана.